тебя поближе, подходите с ним. Похоже, почему не уйдется. Так, давайте, Егор и поехали. А, давай. Егор. Ну, пожелание. Счастье. Громче, погромче. Я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты не болел. Пап, ты так любишь разговаривать? Странно очень. Поехали. Я тебе желаю, чтобы ты не болел и был здоровый. Егорова зовут вообще? Забудешь? Егор, тебе желаю, чтобы ты никогда не оказывался мне в кроске и был сильным. Давай. Егор, я тебе желаю, чтобы ты хорошо учился в Ярополке. А что ты хочешь, чтобы ему подарили? Помнишь? Да. Пиццу? Да пиццу не съели. Ладно, давай, дальше, Егор. Я желаю тебе, чтобы ты был крепким, сильным, здоровым. И всегда на тренировку не опаздывай. Молодец, давай. Егор, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы ты был сильным. Молодец. Давай. Егор, я тебе желаю. Посмотри, знаешь, как сделать? Смотри. Вот полгода повторяю. Егор. Егор. Что? Сделал вот так. Просто Егор вот так сделал. Да. Ну еще. Константин сейчас стихи ответит, да? Сделай эту песню свою. Давай, желай. Тихо. Желай. Я хочу, чтобы ты был здоровый, счастливый и пришел в нашу группу, был сильнее и не опаздывал на тренировке. Отлично, давай. Егор, я тебя поздравляю, что ты ходил в школу, получал хорошие оценки, слушал родителей и не болел. Отлично. Егор, я желаю тебе... Смотри, чему-то новое, господи. Егор, я желаю тебе счастья, здоровья и силы. И силы, давай. Егор, я тебе желаю... Тихо, сейчас вот сам талант начинается. Егор, я тебе желаю, чтобы ты хорошо учился, хорошо занимался в Ярополке, ну и получал хорошие отметки там по физкультуре, там по всяким спортивным. Тихо! Давай, не желай. Егор, я желаю, чтобы ты... Лицо смотри его. Егор, я желаю, чтобы... Лицо смотри его. Егор, я желаю, чтобы ты хорошо тренировался. Егор, еще загадай сам себе желание, понял меня? И иди к цели. Вот. Будь таким же серьезным и показывай результат. Вот. У вас 10 минут покушать. Вот. Соответственно, ты потом ко мне зачем? Я тоже. Посмотри. Поздравляю. 3, 4. 5!